Глобализация в экономике давно уже стала реальностью. Сейчас ни одно государство не может полностью обеспечить своими силами производственные циклы, если речь идет о сложном высокотехнологической продукции. На данный момент весь мир превратился в огромный завод, и чтобы серийно производить, например, самолеты, пассажирские или торговые суда, нужно организовать взаимодействие сотен производителей и поставщиков, начиная от добычи и переработки сырья, заканчивая производством отдельных комплектующих. И эти рудники, заводы, предприятия, расположенные на территории разных стран. Значительные объемы бытовых товаров и продуктов питания, производимых в одной стране, продаются во многих других. Взять хотя бы мобильные телефоны и ноутбуки, или вина и сыры. Еще в большей мере это относится к интеллектуальной продукции, например, к программному обеспечению и видеоиграм. Структуры мировой экономики охватывают практически весь земной шар. Изолированная экономика неминуемо становится неконкурентной и нерентабельной. Именно поэтому с полным основанием можно говорить о глобализации в экономической сфере. Но для всех ли является благом свободное движение капитала? Хватает ли механизмов, регулирующих экономическую деятельность в масштабах всей планеты? Соблюдаются ли интересы разных стран, вовлеченных в нее? Достаточно ли для этих целей Всемирной торговой организации? Нужно ли расширять ее полномочия? Или необходимы дополнительные механизмы регулирования? Не случится ли так, что один производитель каких-либо устройств или услуг будет способен держать в кулаке практически весь мировой рынок? А в сфере электроники что-то подобное уже имеет место в отношении самых мощных процессоров. Не обернется ли в будущем глобализация процветанием немногих стран за счет остальных? Все эти вопросы требуют ответа. Но глобализация проявляется не только в экономике. Мир стал гораздо более доступен, чем раньше. Если в прежние времена лишь немногие могли побывать в далеких странах, сейчас с этим никаких проблем. Были бы только деньги. Не проблема попасть в любую точку земного шара за короткие сроки. В последние десятилетия туристическая отрасль давала наибольшие доходы, обгоняя сферу IT-технологий и производства вооружений. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но она рано или поздно закончится, и все вернется на круги своя. Мир стал доступен не только для путешествий и деловых поездок. Значительно усилились и миграционные потоки. Мультикультурализм давно стоит на повестке дня. С полным основанием можно говорить о процессе глобализации в сфере культуры. Существует два типа реакции на вызовы мультикультурализма и глобализации – отвергающая и принимающая. К первой относится этноцид, ассимиляция и сегрегация. Ко второй – три вида мультикультурного подхода – консервативный, либеральный и критический, а также космополитизм – главная линия, на которой происходит трансформация в разных уголках земного шара, пролегает от понимания нации как общности, с четкими границами, территория, язык, гражданство, к тому, как индивид преподносит себя. Эта тенденция ведет к новой культуре этничности. В глобальных масштабах она неизбежно приведет к унификации культуры, хотя и при взаимном их обогащении. Насколько хорош такой итог? Все ли готовы к нему? Несомненно, об этом необходимо думать. Давно уже стала глобальная наука. Ученые, представляющие как естественные, так и гуманитарные и технические науки, массово переезжают на какой-то срок в другие страны,
чтобы вести научные исследования или читать лекции в университетах. Вместе с тем имеет место процесс оттока научных кадров в страны, располагающие большими финансовыми и материальными ресурсами. При существующей системе подготовки научных кадров, когда на образование тратятся бюджетные средства конкретных государств, часть из них становится донорами научных кадров, что порождает противоречия интересов разных стран. Могут ли новые формы обучения и возможности единого информационного пространства снизить отток ученых, сохраняя при этом эффективность использования научных кадров? Глобализация проявляется и в том, что целый ряд проблем уже вышел на общий мировой уровень и теперь касается фактически всех жителей Земли. Это загрязнение окружающей среды, нехватка питьевой воды, эпидемии и пандемии. В океанах уже образовались огромные плавающие острова из мусора. Они приводят к загрязнению воды, гибели рыб и морских животных. Последствия техногенных катастроф могут затрагивать огромные территории. Достаточно вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС. Радиоактивные осадки накрыли тогда значительную часть Европы. Нехватка питьевой воды может привести в скором будущем к серьезным конфликтам. Страны, испытывающие серьезные недостатки в питьевой воде, будут требовать от стран, располагающих ее запасами, поделиться с ними. И не факт, что встретят понимание. Как же решать проблему нехватки питьевой воды в масштабах земного шара? Стараниями ООН? Хватит ли у этой международной организации полномочий и ресурсов? Пандемия 2020 года наглядно продемонстрировала, что наша планета не столь уж и велика. За короткий период вирус захватил все континенты и практически все страны. Но есть и положительные эффекты глобализации. Новые лекарства от смертельных и опасных заболеваний, разработанные в какой-либо стране, быстро появляются и в других странах. Еще более серьезные проблемы глобального характера могут ожидать нас в будущем. Если процесс потепления продолжится, то огромные территории Африки и Америки, прежде всего расположенные в центральных частях этих континентов, могут стать непригодными для жилья. Начнется исход населения из расположенных там стран. Будет этот исход стихийным или организованным? Какие страны и на каких условиях согласятся принять огромное число беженцев? Ответа на эти вопросы на уровне государств пока что нет. Впрочем, беженцы могут быть не только из Африки и Центральной Америки. Продолжающееся потепление приведет к подъему уровня Мирового океана. Окажутся затопленными огромные территории. В Европе это прежде всего территория Нидерландов. Куда же двинется население этой страны? В России дальнейшее потепление вызовет таяние вечной мерзлоты, которая занимает 65% территории. Там появятся непроходимые болота, места, непригодные для жизни. Это будет проблема России или мирового сообщества? Все-таки я думаю, что мирового. Потому что при таянии вечной мерзлоты начнется выделение в больших количествах метана, что будет еще более усиливать тепличный эффект, осложняя ситуацию на всей Земле. Не повод ли это для руководителей всех государств задуматься о необходимости строгого соблюдения Парижского соглашения и о срочной разработке новых международных соглашений? Так благо глобализация или зло? Прежде всего, это данность, связанная с развитием цивилизации на Земле. Как любое сложное явление, глобализация имеет свои положительные и отрицательные стороны. Наверное, в наших силах сделать так, чтобы положительных сторон стало больше. Для этого надо изучить процесс глобализации во всех его проявлениях.
выявить тенденции, искать способы решения проблем до того, как они обернутся лишениями и несчастьями для жителей многих стран. Обо всем этом надо вести широкий диалог, и мы считаем, что нужно поучаствовать в нем.